Мой коллега задавал вопрос о том, кто верит в то, что Насиров коррупционер или нет. Я, может быть, поставлю вопрос немножко иначе. Я считаю, что вот первое, что здесь представители в основном законодательной ветви власти. Я напомню, что у нас три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Давайте представим на минутку, что представители судебной власти публично начнут рассказывать: Верховная Рада нелегитимна, Верховная Рада не умеет работать, Верховная Рада не может работать и так далее. Я хочу задать вопрос: что поменяется от того, то, что вот я, может быть, я не люблю этого делать, но я отношусь к той большей части общества, которая все-таки считает, что проблемы у Насирова есть. Но я хочу задать вопрос немножко иначе. Что поменяется от того в системе, что сейчас Насиров даже гипотетически дойдет дело до суда, и он будет осужден? Что у нас уйдет коррупция? У нас основная коррупция в двух сферах. Первая – это возврат НДС в отношении налогов. Вторая – это в отношении тендерных закупок. Скажите мне, пожалуйста, за три года, последних года, что поменялось в этих вопросах? Рассказы там про Прозора, про еще что-то. Ну, стоит отметить справедливости. Буквально вчера выступал господин Амельян и рассказывал о том, как великолепный господин Балчун, которого назначила уже новая власть, великолепный там польский менеджер, о котором говорили, там рассказывали, какой он великий и прекрасный, допустил миллиардные хищения, которые сейчас будут расследовать правоохранительные органы. Вот вы говорите о том, чего ждут люди. Люди ждут посадок. Я прошу прощения, может быть, вы читали какие-то другие социологические исследования, но я вам могу сказать о том, что люди в Украине ждут зарплаты, пенсии, люди в Украине ждут снижения тарифов, люди в Украине ждут мира, чтобы перестали гибнуть наши солдаты, чтобы власть действительно занялась подъемом экономикой. Все, что происходит вот сейчас в отношении Насирова, в отношении во многом, в отношении блокады, это все театрализованное представление, как вы сказали, водевиль, для того, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем, которые власть абсолютно не решает. И будут рассказывать, что вот сейчас мы будем обсуждать несколько месяцев, посадят Насирова, не посадят. Зависит от этого борьба с коррупцией или не зависит. Проблема совершенно в другом. Не работает система, государственные институты не в состоянии решать эти вопросы, и ничего в стране не меняется.